Как меня видно? Все. Благодарю, немножко с опозданием, но мы с вами на связи. И как бы не запаздывала связь на YouTube-канале, всей любовью, всем сердцем. В этом приветствии я раскрываю свое сердце и синхронизирую наши поля. Каждого, кто пришел сюда для того, чтобы открыть для себя больше, расширить больше свое сознание, перейти, не застревать. Те, кто занимается постоянно своим развитием, я приветствую вас, приветствую всех. В первую очередь с благодарностью за каждый ваш шаг. Я приветствую также всех, кто впервые сегодня видит меня, кто не так давно подписался на наш канал и сейчас только-только знакомится с этими энергиями, безусловно, абсолютно новыми для вас. Я приветствую вас. Сегодня у нас будет необычная встреча и недолгая. И необычна она тем, что сегодня мы не будем проводить никаких инициаций во время встречи. Я знаю, что многие привыкли и любят приходить ко мне на встречи для того, чтобы получить инициацию, получить поток энергии или просто, да, поспать, отдохнуть. Очень многие нам пишут, что после инициации, да, после касаний, после прямых эфиров у людей еще сохраняется это поле чудес, поле волшебства, энергии еще на протяжении 3-4 дней, когда совершаются различные чудеса. А сегодня наша встреча с вами будет посвящена ответам на те вопросы, которые у нас остались после закрытого онлайн-вебинара. Кто не присутствовал на вебинаре, я попросила девочек, да, оставить ссылочку под этим видео. Это абсолютно бесплатная встреча, которая прошла у нас совсем недавно с инициацией Меркаба богатства. Вы после этой встречи сможете пройти, так скажем, больше для себя расширить и уже там получить инициацию. Те, кто присутствовал на встрече сегодня, просто вы получите ответы на те вопросы, которые еще пока остались у вас. Также я немножко расскажу вам, что нас с вами ждет завтрашнего дня. И уже, конечно, завтрашнего дня мы уже по полной, с полной мощью будем включать с вами энергии инициации. Что это значит? Значит, открывать двери в мерности других пространств, более высокочастотных, и переходить, смещать сознание. Например, в медитации, когда вы медитируете или медитировали, не имеет сути здесь, да, время этого действия, что происходит? Вы, как бы отделяясь от тела, да, путешествуете по различным тонкоплановым мирам, и, естественно, не без оставления там следов. Конечно же, вы оставляете там определенные следы, которая задача в переходе на новую сеть сознания эти следы собрать обратно.
Но все-таки, к чему я говорю по поводу медитации, что путешествуя в этих пространствах, вы потом возвращаетесь обратно, да, в той мерности, в которой у вас было сознание, в этой мерности оно же и остается, вы только приносите на какое-то время определенную характеристику, да, определенные частоты. Иногда даже и этого не происходит. Из-за этого, как бы из-за того, что вы в медитациях путешествуете только на той частоте и на том уровне, в котором вы пребываете, и не можете выйти за его грани, за его пределы, чаще всего, что и не происходит вообще никаких изменений, да, как только как некая пилюля, да, в которую вы просто верите. Что такое инициация? Инициация – это осознанное, да, когда мы с открытыми глазами абсолютно осознанно, соучаствуя вместе с этим физическим телом, не отделяя его от всего вашего невероятно красивого, масштабного, да, тела, которое помимо этого тела, физического имеется в виду, да, то есть, ну, тонкий план, скажем так, чтобы было больше понятно. И когда вы проходите инициацию за счет звуковой волны, которая по частоте выше, да, уровня того сознания, в котором вы находитесь, и благодаря тому, что воспроизводится определенный сценарий, то в инициации вы осознанно уже переходите, вы покидаете то пространство, да, то некое болото. Болото не потому, что оно плохое, да, каждое пространство замечательно, да, время пространства пересечения замечательно по-своему. Почему болото? Потому что оно затягивает. Есть определенные ключики, есть определенная частота, есть определенные волны, да, эфира, благодаря которым вы полностью оставляете старые слои, замещаете их и переходите на новые. Абсолютно осознанно. Не оставляя нигде никаких следов, а напротив, собирая всю свою силу, собирая все свои следы, происходит замещение. Итак, передо мной есть несколько вопросов, на которые сегодня мы с вами развернем ответы. Итак, что такое новый мировой финансовый порядок? Звучит достаточно глобально, согласитесь. И мировой финансовый порядок уже здесь, в 3D-матрице внешнего мира, в замкнутом пространстве, вызывает даже некий страх. Потому что мировой порядок во внешнем мире строится определенными, да, структурами, которые по-своему тоже там объединяются и выстраивают определенные условия, через которые манипулируют людьми. Конечно же, мы не будем касаться этих игр, тем более, что мы с вами знаем и понимаем, что все эти игры служат, что они все прописаны, что все они, какие бы они ни были, как бы вы к ним ни относились, все это есть некий, да, замысел Бога или Духа, божественного сознания, единого, который сам себя повсюду познает. Соответственно, мы ко всему относимся как минимум с принятием, как минимум, да, без оценок, поэтому мы не касаемся сценариев того мирового порядка, который выстраивается во внешнем мире. Мы с вами говорим исключительно о финансовом мировом порядке внутреннего мира, вашего настоящего мира, вашего сознания, вашей энергетики, вашей той чаши,
объема которого носителем являетесь именно вы. Соответственно, слово «мировой» здесь берется как олицетворение, да, и в то же время синхронизация с мировой душой, с целостной душой. Что такое мировая душа? Это когда все части души собраны в одно единое поле природы, и все это есть абсолютная любовь. Финансовый. Под финансовым мы имеем с вами в виду мощи, электромагнитные мощи, да, его поля. И, соответственно, это опять что нам дает? Энергию. Энергия, которая конвертируется ваше пространство в то, что вас окружает, в тот комфорт, который вас окружает, и обилие, обилие тех или иных вещей, да, которые вас окружают. Или же на данном этапе пока не окружают. Соответственно, мы понимаем, что значит это просто нехватка энергии. Задача перехода включает в себя, естественно, это расширение сознания и выход в те слои памяти, которые беспрепятственно пропускают энергию бесконечности, бесконечного космоса. И тем самым человек в новом сознании становится носителем и дверями бесконечного потока энергии. Но что значит просто как бы для человека бесконечный, да, поток энергии, он сразу видит как бы, ага, бесконечный поток денег. Сразу вспоминается мультик, некий был Скрудж Макдак, да, по-моему, именно так его звали, который купался постоянно в золоте, да, вот как в неком океане бесконечности. И сразу включается такая человеческая логика, что вот будет просто бесконечно тебя засыпать различными вещами, деньгами и так далее. Здесь же в высших мерностях вы должны понимать, что это обилие нужно еще и подготовить ваши тела для того, чтобы это обилие уметь принимать, для того, чтобы вас оно просто не завалило, да, эта сила. Поэтому здесь все происходит в моменте сейчас, да, в моменте здесь и сейчас. Все, что вам необходимо, оно проявляется для вас всегда в нужное время, всегда столько, сколько необходимо, но здесь идет постоянная регенерация тканей. Регенерация тканей как вашего тела физического, так и ваших и тонких тел. Соответственно, за счет регенерации тканей на тонком плане происходит регенерация повсюду, в том числе и в деньгах. То есть, когда в одном месте чего-то не хватает, да, или какая-то часть там, если мы говорим о клеточках, да, клеточка отмирает, то ее, на ее место замещается новое, вновь рожденное, да, и это квантовое поле, где квант сам себя рождает, или его еще называют поле рая, и где рай переводится как вечно обновляющийся бог, вечно живой, сам себя рождающий. И здесь поле Меркаба богатства, поле троидальное, электромагнитное, да, эфирное поле энергии бесконечности, оно абсолютно живое и постоянно обновляющееся. И когда вы находитесь в этом поле, вы становитесь носителем этого поля. Сначала вы в него входите, да, а потом постепенно вы уже носите эти одежды, то, соответственно, чудеса, ежедневные чудеса, это то, что становится явным проявлением вашей жизни. И здесь приходит в порядок все энергии мировой души. Естественно,
что мировая душа, да, это жизненная сила. Жизненная сила также является энергией мощей, а мощи, еще раз говорю, это финансы, это деньги. И те правила, которые работали на старой сети сознания во взаимодействии с этой энергией, они уже не работают на новой сети сознания. Соответственно, эти правила нужно знать, да? Есть еще такое выражение, что незнание закона не освобождает тебя от ответственности. И здесь то же самое, что просто это нужно знать. Но помимо того, что ты это знаешь, да, тебе нужно еще этим обладать, потому что тебе нужно этим управлять. А чтобы этим управлять, эти энергии должны быть в твоем пространстве. И когда вы приводите свои тела внутреннего своего мира, мира своей природы, да, в порядок, когда собираются эти все части души в единое мировое поле, и вы осознанно этим управляете и знаете, что зачем стоит, то вы приходите к этому единому мировому финансовому порядку в своем пространстве. Естественно, когда большинство, да, когда есть определенная масса людей осознанных, пробужденных, те, кто прошли определенный этап эволюции сознания, где произошел некий взрыв, после которого вы выходите из атомного тела, да, в неатомное, в первичную материю. Вы освобождаетесь, наводите здесь абсолютные порядки, управляете осознанно этой энергией. И когда таких большинство, то здесь даже и не нужно говорить много, что происходит процесс освобождения человечества от старой парадигмы. У людей есть иллюзия, что объединяясь физически и воюя, направляя энергию гнева, борьбы против каких-то моментов, с которыми они встречаются в жизни, с какими-то управленческими ими, да, которые они считают там виновными в чем-то, иллюзорно думает, что таким образом можно освободиться, да, там свергнуть, например, какого-то царя и освободиться из истории. Вы знаете, что приходил новый царь, и возникали новые правила и так далее. Соответственно, конечно же, человеку свойственно надеяться на лучшее, но единственный выход, который есть, это освободиться в сознании. Освободиться в сознании, умножить это в своем большинстве, и, соответственно, будет явлен абсолютный выход и освобождение. Вы просто вспомните, насколько иллюзорно и даже смешно, да, то, что происходит. Почему? Смешно не от того, что мы над кем-то смеемся, а потому что мы, как ребенок, видим невероятную масштабную заботу великого родителя, да, который является свой тайный замысел. И повсюду, даже там, где кажется плохо, на самом деле это просто период перехода, после которого будет хорошо. Хорошо тем, кто этот переход устоит. Да, это как некое такое землетрясение, естественно, которое происходит изначально во внутреннем мире. Поэтому, когда мы говорим о мировом финансовом порядке, мы имеем в виду только внутренний, подлинный порядок. Потому что если вы что-то хотите изменить внешне, то необходимо менять это на внутреннем экране.
И тогда внешний ваш экран выдаст вам абсолютно иные картины бытия. И, соответственно, те некие страдания, мучения, или как сейчас очень явно, да, показывается, когда находят виноватых где-то в правительственных структурах или еще где-то, и люди обвиняют, да, считая себя слабым звеном, и ищут выход. И выход есть. Он абсолютно, безусловно, есть, потому что этот процесс, который происходит, это как некое затеснение роя для того, чтобы рой перелетел, да, в другой домик. А что такое у нас другой домик? Это другое сознание, это другая нейронная сеть новой Земли, новой эпохи. Соответственно, протрясывает весь домик, да, для того, чтобы мы услышали этот звук, для того, чтобы мы расцвели, для того, чтобы мы развернулись, и для того, чтобы мы перелетели, в первую очередь, в сознании. А, знаете, еще вчера мне показывали, вот каким образом еще визуализацию, как это происходит. Как гусеница, куколка и бабочка, да, мы, и показывали мне на фоне вот дерева, что вот мы можем с вами взять дерево и представим, что гусеница привыкла к этому дереву, представим, что она вот здесь живет, она здесь ползает, да, все, она прилипла. Представьте, что их множество, просто большое-большое дерево, такое материальное, с корнями оно стоит, да, крепко на земле, и множество таких гусениц. И эти гусеницы, они не знают другой жизни. У них здесь, можно сказать, свои какие-то правила жизни, выживания. И вот приходит момент, да, потому что у них там один какой-то, допустим, эволюционный период, да, когда они превращаются в эту куколку. И вот этот процесс перехода, да, потом, когда это все лопается, и куколка, да, и крылышки в освобождении, они отделяются от этого дерева. И уже бабочка, она живет иначе. И вот человек, он сейчас, да, превращается в эту бабочку. Задача, да, человека не просто как должное, а потому что такой процесс. Мы живем в этом процессе повышения частот. Да, это и есть этот переход, смещение, перемещение и освобождение. Мы могли там, на том дереве, винить это дерево, но только оно ни в чем не виновато. Это просто такой процесс природы. И здесь мы освобождаемся и узнаем намного больше. И вот здесь, в этом мире свободы, за пределами 3D-матрицы, уже совсем не работают те правила, которые работали ранее. Потому что это другая энергия, абсолютно другая. Следующий вопрос. Если мы не пропустим эти энергии, пройдут ли они сами? Смотрите. Очень многие, кто слышит и узнают о том, что происходит некий процесс перехода. Да, переход, он всегда, он каждый день случается, переход. Но есть определенные этапы, абсолютно синхронные, со вселенскими, галактическими, когда звезды, да, планеты выстраиваются в определенные ряды, они танцуют свой некий танец. И сейчас этот ряд меняется, как и меняется генетический ряд. Соответственно, когда вы идете в один звук в синхронности, то вы являетесь проводником энергии, поступающих, да, из высших сфер в
всей этой большой-большой-большой многоуровневой вселенской матрешки некой. Если же вот большинство людей, да, они как бы говорят, ну и переход. Ну вот идет этот переход и идет. И как-нибудь, значит, и мы перейдем. А куда без нас? Но понимаете ли, суть в том, что переход-то вершится в сознании. И если человек этому сопротивляется, да, поступлению этих частот, он не является этим проводником, то он начинает болеть. А если он постоянно переходит в сознание, переходит, значит, еще расширяется, и все больше и больше, все качественнее, все более высокочастотные энергии проводит сквозь все свое тело, сквозь все свои поля, и живет в едином эфире и в единстве с эфиром чистейшим, всепроникающим, как единым сознанием, которое все пропитывает, все-все-все живое. И в этой Солнечной системе, и в других. Вот здесь и происходит этот переход в вашем сознании. А не просто, что где-то внешне, иллюзорно переходит Земля. Нет. И поэтому ждать бессмысленно. Именно импульс. Происходит импульс, он тоже происходит на молекулярном уровне. Или, как еще говорят, приходит время, и вас начинает вести к этому переходу. И вы просто порой очень жадны, да, человек становится до информации для того, чтобы ее поглощать, познавать новое, переходить. И вот переход, о котором говорю я, он уже освобождает от всего накопленного опыта информации, которую вы жадно поглощали, и дает вам намного больше. Он дает свободу вам от всех этих станций и возможность получать знания здесь и сейчас, когда вам это необходимо, того уровня, которое для вас необходимо. Так, вопросы. Дальше уже вопросы у нас идут по курсу, который у нас запускается завтра. Я, конечно же, безусловно, об этом расскажу вам и расскажу именно о тех 12 встречах, да, которые у нас с вами до конца этого года развернутся. Что это за встречи? Это 12 дверей. Смотрите, давайте начнем с того, что предыдущая наша встреча, которая была на вебинаре, мы ее возьмем как за встречу 0. И все, кто на ней не был, еще раз повторюсь, что вы можете под этим видео пройти, зарегистрироваться, вам придет эта встреча абсолютно бесплатно. И даже если вы в дальнейшем ничего не собираетесь делать, просто пройдете и прослушаете ее, поверьте, вы для себя раскроете на энергетическом плане намного больше, чем вы будете в ближайшие лет 5 сидеть и медитировать. Это я могу вам сказать абсолютно точно. Мы ее возьмем как за встречу 0. Далее у нас с вами будет 12 встреч. Это 12 дверей и 12 кристаллов. Что это за кристаллы? Это инициации.
встречи, на каждой из которых я вам буду передавать кристаллы, рассказывать, как с ними взаимодействовать. И вместе все эти 12 кристаллов составляют некую алхимическую формулу открытия врат изобилия. Прежде чем, соответственно, мы их будем открывать на протяжении всех этих встреч, я буду вести подготовку, я буду вам передавать определенные некие правила взаимодействия. Правила – это не значит, что нас кто-то ограничивает в чем-то. Правила – это значит просто осознание, как память, вспышка памяти. Почему здесь вот так, а там по-другому? Почему, например, на старой сети сознания эта энергия работала таким образом, а на новой сети сознания она работает с точностью наоборот? И такие различные вспышки осознания, понимания, да, как вам взаимодействовать с энергией финансов, в первую очередь для вас активируют некие пространства временные, некие кнопочки, да, которые будут давать вспышки, вспышки озарения, вспышки вдохновения, которые будут направлять вас в те двери, за которыми находятся те творения, те дела, которые будут созвучны вашему сердцу. Еще люди говорят предназначение, да, тот, кто хочет взаимодействовать с предназначением. Я об этом тоже в ближайшее время выйдет на канале интервью, и, соответственно, я там немножко больше рассказываю про предназначение. Те, кто захотят все-таки, да, проиграть этот сценарий, и душа захочет, она позовет вас, то почему бы и нет? Да, самое главное – это своей душе не отказывать в этом. И, соответственно, те области, в которых ваша душа будет раскрываться, будет разворачиваться, они будут нести вам вдохновение, радость и, соответственно, потоки. Вдохновение, которое в новом времени проходит неограниченно сквозь вас, как раз через эту бесконечность, через бесконечный космос, который свои идеи, да, свои космические, или как, да, мы называем, божественные идеи, проводят через ваш мозг, вы принимаете импульсы и, соответственно, творите, освобождаетесь. Давайте я сейчас, наверное, сразу, раз мы начали с вами о встречах, я расскажу, какие это будут встречи, потому что в прошлый раз у нас с вами не получилось это сделать, да, я не выводила на экран сам сайт, и сегодня тоже не буду, я просто сфотографировала именно ту часть лендинга, которую, за которую я, да, за которую я несу ответственность и про которую я могу говорить. И далее мы с вами еще проговорим, как на уровне тела, да, будут прослеживаться эти изменения. Итак, из 12 встреч у нас будет первая встреча. Это встреча освобождения от энергетических привязок безденежья. Она пройдет завтра, 2 ноября.
в день моего рождения. Я завтра вот так, таким образом буду его отмечать. И это не просто так. Я на самом деле очень готовилась и ждала, когда мы с вами начнем уже проводить эту энергию, когда мы откроем двери этой энергии. А единственное, что я знала точно, что это необходимо сделать до конца этого года. И абсолютно гармонично получилась подготовка, и так получилось, что это открытие произойдет именно завтра, и я бесконечно этому рада. Что у нас на этой встрече будет? Это выявление, корректировка шаблонных установок, чаша переплавки, замещение нейронных связей, кристалл, трансформация. Вторая встреча пройдет также на этой неделе, 5 ноября. Удаление барьеров, преград, установок, активация меридиана изобилия на физическом теле. И будет передан вам кристалл поток изобилия. На третьей встрече пройдет активация тайных функций мозга, принимающих импульсы кода изобилия от безграничных потоков космоса. Будет передан кристалл мозг богатства. Четвертая вот встреча, вы видите, жизнь по предназначению души. Пятое, открытие потока вдохновения. Шестая, золотой свиток Меркаба богатства. Да, он же и будет кристалл. Свиток Меркаба богатства передан. Более подробно даты вы сможете ознакомиться на сайте. У меня просто получилось, вот немножко обрезался слайд, но я все равно решила вам его показать. Дальше седьмая встреча в декабре, она уже будет через месяц. Заземление потоков изобилия. Здесь будет кристалл защиты биополя от утечки энергии. И вообще устранение дыр, утечки финансовой энергии. Это как раз о регенерации. Да? И также, конечно же, я вам передам эти сакральные такие моменты, да, секретики, ключики, как вам в дальнейшем самим с этим работать. Дальше, восьмая встреча – это пробуждение памяти изобильной жизни. Вхождение в миры памяти богатства, кристалл, плато богатства. Девятая встреча – секреты ускоренной материализации, соответственно, кристалл материализации. Десятая встреча – кристалл, церемония «Впусти богатство в свою жизнь». Одиннадцатая – кристалл силы для открытия врат изобилия, а уже 17 декабря. И двенадцатая заключительная встреча у нас с вами пройдет 21 декабря этого года, кит богатства. Здесь пройдет у нас с вами уникальная церемония. Это как раз мы уже получим 12 кристалл и все это соединим в единую формулу. Это все 12 дверей, которые мы откроем в меркабических полях изначальной станции. Соответственно, мы с вами проведем эту энергию, которую невозможно будет не почувствовать. Я абсолютно точно знаю, какие придут у вас осознания вообще касаемо финансов, что это действительно вспышки. Потому что насколько уже, сколько лет я уже взаимодействую, сколько для меня открывается на личном опыте, но именно вы знаете, что я на протяжении всего лета и даже больше находилась в процессе своего глубинного мощного перехода в уединении, и для меня также открывались мощи этих энергий, которые будут переданы и в процессе этих встреч. И это действительно осознание, которое нам с вами, тем, кто хочет, да, идти в союзе, в согласии, в синхронизации с единым поле Вселенной, да, в едином ритме, как одну песнь, да, вместе петь энергетически на одной вот этой волне любви, волне золотого сечения, то, соответственно, нам с вами важно понимать все-таки ее суть, ее изначальную суть природы,
финансовой, да, потому что она потом очень сильно исказилась на Земле вместе с искажением сознания людей. И видеть эти потоки не только в финансах, это очень важно. И будет еще 13-я встреча, она подарочная, это 888 ангелов богатства, ангелов Бога, это имена, которые имеют с собой, каждое имя это звук, вместе они соединяются в некую волну, да, как нанизываются, как жемчужины, некий код памяти Бога, он будет чуть позже, этот подарок, потому как мы к нему готовимся уже давно. Он будет не только в моем исполнении. У нас еще девочка с Америки, профессиональная певица, да, которая необычайной, просто необычайной души, которая поет голосами ангелов. И очень талантливая со своей командой, со своей группой ребят. И она также сейчас и для канала создает нам и музыку, и звуки, голоса, чтобы это было, ну, чтобы на нашем канале, да, была музыка не похожая, не такая, как везде. И она очень старается передавать эту любовь, ангельскую любовь природы. И я ей доверила провзаимодействовать именно здесь, передавая эту инициацию. И поэтому на это нужно немножко больше времени. Тем самым я закрываю вопрос, да, который тоже девочки просили, на который ответить, когда будет этот подарок, да, потому что о нем говорится на сайте. Сайт вы тоже можете найти под этим видео, соответственно, присоединиться, и завтра мы начнем. Для тех, кто хочет просто попробовать, вы можете и по одной встрече даже просто присоединиться завтра, да, пройти как бы некое вот это очищение, это открытие достаточно торжественное вместе с нами. Ну, а дальше вы уже посмотрите, определитесь. И, безусловно, вы для себя приобретете и откроете очень многое. Теперь по вопросам, говоря о данных встречах, да, 12 капсул, которые будут открыты. Очень частый вопрос, я на него отвечала недавно в прямом эфире в Инстаграме, но отвечу еще раз. А нужно ли проходить этот курс, посвященным те, кто прошел полностью путь золотой кино? Это прекрасный вопрос, я с удовольствием на него вновь дам ответ. Все, кто прошел путь золотой кино, все раскрыл для себя вспышкой все 64 кадона памяти, новой сверхчастотной памяти. Да? Все, кто перешел, кто потрудился. Это у нас был с вами довольно долгий путь, 9 месяцев. Те, кто родился на новой сети сознания и сейчас свободно, напрямую берет знания, да? Здесь абсолютный выбор за вами. Вы можете как напрямую брать все, что вам необходимо. У вас вообще на самом деле более нет никакой нужды ни в каких курсах, ни в каких там книгах и так далее. Но я знаю, что очень многие так или иначе продолжают развиваться, сканируют какие-то книги. Очень многие перешли на научную литературу, которую уже сканируют, читают, совсем с другим сознанием и как бы над, да, просматривая то, что заземлено здесь на Земле, там, какими-то учеными, да, которые проделали достаточно большую работу, опыты, исследования и так далее. И уже, конечно же,
те, кто воскрешенные, да, то есть заново рожденные, те, у кого взорвались каузальные тела со всеми записями старой земли, просто покинули их, те смотрят по-другому, как бы над, уже считывая другим сознанием. Кто-то, может быть, просто захочет, да, это время просто проводить вместе и просто ускорить, да, открыть эти двери. Так или иначе, это ваш выбор, вы в нем абсолютно свободны. В принципе, это выбор для каждого. Просто ответ для вас вы уже для себя решаете. Если те, кто пока еще в пути, проходят золотой геном, открывая для себя, да, распаковывают эту память, расширяют свои поля, переходят на эту изначальную сеть сознания. И сейчас как бы задаются вопросом, а нужно ли мне, а не перегрузит ли это меня? Нет, конечно. Безусловно, что перегрузки никакой здесь, о ней даже и не может быть. Даже напротив, это ускорит. Для тех, кто полностью прошел, раскрыл поля, конечно же, для них будет намного проще раскрывать эти капсулы, да, потому что для каждого это взаимодействие происходит трансперсонально. Поэтому здесь абсолютно так, как вас поведут, как поведет вас ваше сердце, как вы чувствуете. И с теми, с кем мы уже синхронизировались, да, вот я сейчас смотрю на картину, все на целое, с точки на целое, и все мы вот здесь внутри, как точечки, конечно же, даже те, кто не смогут присутствовать на наших встречах, но при этом уже синхронные, вы на расстоянии, просто в то время, когда я начну открывать двери, вы будете это чувствовать. Вы будете это чувствовать, эту энергию, по-разному. Кстати, даже может повышаться температура на какое-то время, но она не на большое время повышается, потому что действительно закипает кровь, это невероятная энергия. Чем они отличаются еще, что здесь мы, получается, как бы заземляем этот корабль, да, мы шли в небо, в сознании, да, все развернулись здесь полностью, и сейчас мы как бы небо заземляем на землю, то есть несем все вот эти богатства, богатство изобилия Вселенной, да, богатство Бога, изобилие нового времени, изобилие новой нейронной сети, мы как бы берем и опускаем здесь, мы заземляем, чтобы эти энергии могли свободно передвигаться в нашем пространстве, сквозь наши волосы, сквозь наши тела, сквозь все, что мы есть, просто пропитывать своим обилием максимально, да, и, конечно же, проявляться этим изобилием жизни, проявляться обилием потоков вдохновения, творения, нужных вам знакомств, успехов во всех ваших начинаниях. И, естественно, проявлением комфорта в вашей жизни. Дальше. Вопросы. Что там будет? Я уже ответила. По подарку ответила. Давайте я еще немножечко вам расскажу. И, возможно, я открою сейчас чат под видео, да, где мы с вами встретились, и еще, возможно, какие-то вопросы у вас будут. Сейчас мы немножечко с вами пройдем эти некие моменты с телом. Если вы лежите, то постарайтесь лечь максимально ровно, да, чтобы был ровный позвоночник. Если сидите, то, соответственно, абсолютно ровно, ровная спина. И здесь мы зажигаем солнце, разжигаем его над вашей головой. Ножки не скрещиваем.
И расширяем из этого солнышка столб света, который проходит сквозь весь ваш позвоночник. Если вы сидите или стоите, то вертикально, если лежите горизонтально, не имеет это значения. Нам важно сейчас просто настроиться на поток. Когда человек в замкнутом сознании, старой матрицы, да, 3D-матрицы, старой нейронной сети Земли, то он получает энергию по закону компенсации, да, постоянно обмен и обмен себе подобными некачественными энергиями. Здесь же мы раскрываем этот столб от изначального источника всех источников, который начинает обильно питать нас бесконечным потоком. И это первый этап, когда мы с вами осознаем, что мы, постепенно переходя и раскрывая все новые и новые двери, проходя в сознание приходим в то время, а это уже даже не время, да, это просто вне времени и пространства, сознание бесконечности, в котором вас питает этот поток бесконечности через изначальное солнце. Попробуйте сейчас просто как представить, так и есть. Я вас сейчас беру в свое сердце. Просто выпрямить шею. Прям вверх, да, как бы тянется шея. И даже если вы лежите, тоже потяните. И сейчас эти энергии проходят сквозь ваш мозг. И как бы синхронизируют, напитывают оба полушария мозга. И синхронизируют левый и правый мозжечок. Для каждого, насколько это комфортно. И здесь мы понимаем, что у нас уже есть некий следующий этап. Освобождение, переплавки, которые невозможно обойти. Мы не можем сразу нырнуть, да, этой энергии куда-то дальше вглубь. Эта синхронизация происходит на клеточном уровне. Сейчас эта энергия заполняет затылок. Чувствуем поток через темечко. И словно идет заполнение всей головы, да, как скафандр. Как бы солнце у нас расширилось на всю голову. Просто прочувствуйте
затылок начинает в затылочной части пульсировать. Я прошу, чтобы для каждого это было максимально комфортно, потому что все приходят с различными моментами, да, в области головы. И важно, любя, нежно, без каких-либо лишних рывков, да, просто нежненько-нежненько заместить. Так, молодцы. И теперь этот поток расширяется. Представьте, что солнышко расширяется дальше до копчика, и в него уже входит маточка. Неважно, мужчина вы или женщина. Да, просто представьте, что здесь в области маточки, и у кого нету маточки, да, бывает такое, что у женщин тоже не переживайте, просто представьте здесь, можете ее представить даже там, как второй мозг. И насыщается также маточка, насыщается столб, насыщается позвоночник этими энергиями. Эти потоки вихреобразно обнимают ваш позвоночник. И вы сейчас почувствуйте опору. Лежите вы или сидите. Если стоите, лучше присядьте, так будет вам проще. Только позвоночный столб. Он здесь как некий посох. У нас сейчас работает, да, имеет как некую опору. А для того, чтобы тройдальная энергия сейчас заполнили настолько, насколько вы готовы это принять. И естественно, что это тор. Он начинает нежненько, медленно, но верно, да, расширять ваши границы. При этом это происходит при постоянном переходе многофрактально. Как некий лифт, да, мы как будто бы спустились в нижние этажи, и теперь здесь также у нас проходит очищение, и оно будет проходить у нас в процессе наших встреч. Каждый этот шаг максимально глубинно и уже на бессознательном уровне, где сознание не подключается, где логика отсутствует. Сейчас вы можете почувствовать, как словно с копчика, да, поднимается такая теплая-теплая энергия вверх по всей спине. У некоторых, я вижу, уже спина горит. Мы не проводим сегодня инициацию. Это я вам просто демонстрирую такой сценарии в клетках, которые по образу подобию на физическом уровне. И то, что мы с вами будем очень глубоко трансформировать, потому что пришло время, и мы можем, у нас появилась эта возможность раскрывать эти двери, эти потоки. Раскрывать истинное подлинное богатство, потому что новое время, новая нейронная сеть – это сеть Бога, богатства.
И вот теперь вот эта энергия, что мы делаем? Мы... Вот, идите, озвучиваю мой диалог с Меркаба. Мы очищаем. Мы очищаем полностью все лишнее. И вот на этом моменте нашей встречи очередной мы с вами полностью очистим. Мы зайдем во все слои. Сейчас мы пока, да, физику затрагиваем. Идет очищение. Мы очистим все ненужное. У каждого это проявится по-своему, потому что мы будем работать над вашими тонкими телами, невидимыми, незримыми, но невероятно мощными, заполняя их частотами свежайших энергий, высочайших характеристик, и убирая ненужные все скопления, какие-то ваши опухоли, да, на этих тонких телах, убирая все-все ненужные здесь связи, узелки с тонкими нижними палатами, о которых вы уже не помните с различных воплощений. Все полностью здесь убирается ненужное, соответственно, после этого и начнет ваше пространство вам демонстрировать, показывать, говорить с вами очень явно, что ненужное. И, кстати, мы будем с вами на связи эти до 21, да, декабря в чате, и вы будете делиться с этими озарениями, изменениями. Итак, сейчас тело дает импульсы. Для тех, кто полностью прошел золотой геном, да, потрудился, все наши любимые частички сейчас чувствуют спинномозговую жидкость, которая гуляет по позвоночнику. Очень приятное, невероятно приятное состояние, да, свободного передвижения этой энергии. И следующий шаг, да, это когда эта энергия доходит до вашего мозга, и этой силой она дает импульсы, которые могут проявляться у вас как желания, но они не такие, как раньше на старости, что вы носите, носите это желание, бесконечно визуализируете картинки и так далее. А это импульсы. И здесь чем меньше вы желаете, да, импульс получили, чем меньше привязано, тем быстрее в вашу жизнь это приходит. Всегда нелогическими способами. Ну, иногда, конечно, логическими, если вы в творении, и вы знаете, да, какие-то последствия. Но чаще всего это всегда сюрпризы небес, которые проявляют заботу и любовь о том, кого, да, кто светит для них, кто является этим центром света. Итак, здесь вы получаете импульсы, здесь вы получаете уже на этом этапе вдохновение. И следующий момент. Это наращивание, взращивание. Энергия, когда мы не откладываем, как на старости сознания, об этом я более подробно рассказываю на вебинаре, о котором я сегодня говорила. А здесь мы с вами
будем расширяться и я более детально передам, как эта энергия взращивается, а насколько важна сила доверия вашей сопровождающей силе, какие могут происходить моменты взаимодействия, неких проверок, потому что есть такие станции, они очень ранимые, очень тоненькие. И, конечно же, они к этому грубому миру подходят очень осторожно. Им нужно быть уверенным в вашем чистейшем сознании, которое как родник, что вы не навредите. Об этих моментах я буду более подробно вам передавать. Следующий момент. Он подходит уже, да, сюда, к рукам. Да, нам уже как подсказочка, сама энергия нас ведет. Умение давать. На старой сети сознания вы давали одним способом и методами. И считали их верными, правильными. И даже многим это помогало. И, конечно же, это служило для выравнивания кармы, потому что она постоянно выравнивалась на старой сети сознания. Здесь это будет происходить иначе, но пока ты не умеешь верно, подлинно давать, ты не сможешь верно, подлинно принимать эту энергию. Что все это происходило максимально гармонично. И дальше энергии мы расширяем, они уплотняются, растут. И мы раскрываем ту память, в которой мы проявляемся на этой энергии, переходим, собираем кристаллы, соединяем их в формулу. Ангелы поют эту формулу, они соединяются в единый кристалл Меркабы богатства. Врата открываются, вы входите в абсолютно новую чашу, другого объема, другого качества энергии. Мы вас здесь синхронизируем, вы уже полностью подготовлены. И здесь происходит ваше внутреннее сияние, когда вы питаете ту чашу, да, в которой вы проявились. А вы ее напитываете живым светом. Вы запитываете свободным электричеством все-все тело любви, в котором пребываете, весь мир природы и все части души. Они сливаются в одно, напитываясь в один состав. И здесь уже простраивается некое пространство для комфортного пребывания всех ваших высочайших отражений, высочайших сферах первозданной материи. Здесь напитывается и благословляется все-все-все, от мельчайших-мельчайших насекомых до галактических станций. Здесь буквально закипает кровь, полностью
меняется генотип на генотип богатства, это наследственность Бога, это тот его замысел, это тот рай, да, внеатомное тело, первичная материя, которая постоянно самообновляется. Рай в данном случае я с древнего мальтийского, да, перевожу, вечно обновляющийся Бог. Это тот мир, о котором пишут зашифровано в различных религиозных изданиях, и вы его открываете для себя на новой нейронной сети сознания, свободно впуская в свою жизнь энергии богатства, которые как раз показывают, да, являются, отражают вашу крепкую связь, насколько плотно вы стоите на новой нейронной сети. Я вас безмерно, безмерно люблю. Мы с вами будем на этом заканчивать. Я сейчас попрошу Дашеньку. Возможно, пока я говорила, были какие-то вопросы особо важные, может быть, которые мы упустили, потому что меня вот попросила как раз Дашенька выйти в эфир, потому что после вебинара, когда я отвечала на вопросы, вопросов стало еще больше, и какие-то вопросы просто постоянно повторялись у нас на платформе. И, конечно же, лучше, когда я выйду и сама лично, что и произошло, да, рассказала вам о том, о чем у вас могли быть какие-то переживания. Так, реклама включилась. Вот, все. Я вас всех благодарю, любимые, всех-всех-всех безмерно благодарю. А Дашуленьки я сообщения не вижу. Все ответила, Дашуля говорит. Ну, как всегда, синхронизировалась с вами. Я слышу, доченька моя пришла с улицы. Тогда заканчиваем. Я вновь и вновь говорю вам, признаюсь вам повсеместно, в каждой клеточке. Говорю, люблю, 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 люблю. Пусть эта любовь множит сама себя, как самый чистый, самый светлый, самый мудрый, самый осознанный можно сказать, вирус нового времени. Не тот вирус, который пугает людей, а тот вирус стволовых клеток изначальной природы, изначальной первичной материи, который множит сам себя. Своими золотыми крыльями он повсюду обнимает вас, как только вы вспоминаете о нем. Не о тех вирусах, о которых все говорят, и вспоминают ежедневно и своим вниманием питают, который тоже служит, как обратная сторона Тора любви, служит и тоже по-своему зовет сюда. Все есть любовь. Но те энергии, которые звучат на срединной чистоте золотого сечения, который является кирпичиками мироздания, кирпичиками, на которых выстроено все-все, о чем вы знаете, не знаете, о чем ведаете, не ведаете. И я бесконечно счастлива идти этот путь, раскрываться, переходить и не останавливаться вместе с вами. Я бесконечно благодарю вас за ваше доверие, за вашу любовь, за ваши теплые слова. Вы прекрасны. До встречи завтра. Завтра
девочки сделают вам рассылку, и мы встретимся с вами у дверей первого кристалла, первой капсулы, в которой хранится часть формулы. И я с огромным трепетом, потому что я повторюсь, что все происходит здесь и сейчас. Это не просто нечто запланированное, записанное, откуда-то взятое. Я точно так же вместе с вами завтра буду входить в эти капсулы, расширять их, и они будут у нас некими вспышками взрываться, да, как тот самый кокон. И вновь, как новая бабочка, мы будем выходить, потому что пришло время этого выхода. Я люблю вас. Безмерно, безмерно люблю. Повсюду, отовсюду.